Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Суть вопроса в том, что автор, 4,5 года жила с молодым человеком. Отношения были сложные, мне хотелось семьи и серьезности, пишет она. Как только начали встречаться, я испытывала к нему сильные чувства. Бегала за ним, показывала его зову, он этим пользовался. Потом, через полтора года, она узнала, что все это время он встречался еще с одной девушкой, и он перестал с ней общаться, я его простил, и мы начали жить вместе. Но возникла другая проблема, это проблема, связанная с алкоголем. Алкоголизация молодого человека привела к значительному ухудшению отношений. Вот, к, соответственно, избеганию автора вопроса, его отсутствия в интимной жизни и так далее. Но, когда он не пил, в общем-то, он был нормальный, это ее держало. Вот, будущего она с ним не видела из-за его гулянок, вот. Но расстаться не могла из-за привычки, вот. А когда были предпосылки, ей становилось тоскливо и грустно. Далее автор вопроса встречает другого парня, которому раньше испытывал чувства и хотел отношений, но он был не готов и еще не забыл бывшую. Он предложил встречаться. Я расстался со своим парнем, пишет автор вопроса, и мы разъехались. Но мужчина, с которым они расстались, резко изменился в лучшую сторону, начал ухаживать, делать все, мне стало его жалко. Начала проводить с ним время, хотя хотел встречаться с другим. Не знаю, как поступить. Работаем вместе, мне сложно сказать, что я хочу попробовать такие отношения построить с другим. Если обидеться, на работе будет сложно общаться, и можно назло мне флиртовать с девочками, а меня это задевает. Если бы не работа, легче было бы мне уволиться, не могу, так как устраиваю все. Не могу разобраться в своих чувствах, хочу попробовать другими отношениями, не хочу терять Максима, так не уверена, что с тем все получится. Общаться Максим с ним не мешает, контролирует, и тело просит показать. Начинаю чувствовать вину постоянно, напряжение внутри. Уже 2 месяца не могу принять решение. Вот, либо расстаться с Максимом и поверить, что он изменился, либо начать с другим, тем самым обидеть Максима, и на работе будет сложно. Как правильно принять решение? Ну, Мария, вам здесь нужно разобраться в себе. Во-первых, поработать над уверенностью в себе и страхом остаться одной. Вот, во-вторых, поработать с личными границами, вот, потому что очень важно, в-третьих, осознать, для начала увидеть, что вы в этом смысле являетесь зависимой, и вы испытываете тревожность по поводу неопределенности, то есть вы стремитесь к серьезным отношениям и к семье, это потребность защиты, вот. В данном случае вы не видите в мужчине личность, вы не видите другого человека, вы видите только свои потребности и как их лучше удовлетворить, что делает вас зависимым от людей. Вот. Самооценка, ревность, то есть проблемы с самооценкой и как вот, следствие ревности, это тоже то, что корректируется. Вот. То есть это также то, что можно и нужно корректировать вам. Вот. И когда все это будет скорректировано, вот, я думаю, что вы естественным образом примете решение. Вот. Которая будет абсолютно естественным образом укладываться, точнее, вот. Вашу картину мира, вашей картине мира, вот. Это то, что я хочу вам сказать сейчас. То есть, сейчас вы просто не можете определиться с тем, что для вас важно, с вашими приоритетами и так далее.
Вот. И вот, соответственно, вам можно и нужно будет с этим помочь. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.